Всем привет, меня зовут Оля, я в магазине Эльдорадо и сегодня выбираю стиральную машину до 30 тысяч рублей. Найти для себя идеальную довольно сложно, выглядят плюс-минус одинаково, при этом цены абсолютно разные. Давайте разбираться, как сделать покупку максимально продуманной и выгодной. Поехали! Я выбрала три стиральные машины от компаний Hisense, Kandi и Beko. На их примерах и рассмотрим основные функции. Первое и самое важное – это встроенные программы для разных видов ткани. Например, у стиральной машинки Beko с максимальной загрузкой 6,5 кг их целых 15. Среди них режим для стирки шерсти, рубашек, темной и спортивной одежды, нижнего белья и пуховых вещей. Тех, у кого есть домашние питомцы, она точно порадует. У Beko есть технология Pet Hair Removal, которая отстирает шерсть животных с любых тканей. С ней не нужно перед стиркой предварительно очищать одежду. Еще одна необходимая функция – это обработка вещей паром. Забегая вперед, скажу, что такая технология есть как у Kandi, так и у Hisense. Пар проникает глубоко внутрь ткани, поэтому лучше удаляет грязь и бактерии. Ну и приятный бонус – пар уменьшает количество складок на вещах, что упрощает процесс глажки. Знакомая ситуация, когда вы добавили слишком много порошка и боитесь, что вещи придется полоскать по второму кругу. С машиной Beko такой проблемы не случится. Если система определит повышенное количество пены в барабане, то автоматически включится дополнительное полоскание. Ну а все настройки, например, температура, время стирки, легко отслеживаются на удобном цифровом дисплее. Что еще важно, если у вас маленький ребенок, можно не волноваться, что он, играясь, что-то нажмет и случайно поменяет. В машине установлена специальная система блокировки панели управления, которая исключает случайное изменение настроек во время работы. Переходим ко второй машине, в ней тоже много всего интересного. Это Kandi Smart Pro Inverter с максимальной загрузкой 7 кг. Здесь помимо привычных нам классических режимов, на панели управления мы видим целых 9 быстрых программ стирки от 14 до 59 минут. Как и у Beko, в этой модели есть паровая обработка, которая поможет избавиться от аллергенов и сделает белье после стирки максимально мягким. И перейдем к необычным функциям, которые редко встречаются. Это умная стиральная машина с интеллектуальной системой, которая определяет объем загруженного белья. Таким образом, рассчитывается время стирки и количество воды. Также для машины была разработана система Quick and Clean. Она смешивает средства для стирки и воду перед подачей в барабан. Такой подготовленный раствор быстрее проникает в ткань и делает стирку более качественной. Кстати, есть отличная функция. Можно выбрать степень загрязнения одежды, и стиральная машина сама подберет нужный объем воды и отрегулирует продолжительность стирки. Стиральной машиной Kandi можно управлять дистанционно через приложение Home Online, где есть более 50 дополнительных программ стирки. И классная фишка – Snap and Wash – сфотографируй и стирай. Можно просто сфотографировать вещи, которые собираетесь постирать, и приложение само подберет нужный режим. Похоже на магию, не меньше. Приятный бонус, если вы уже запустили машину и только потом вспомнили, что не докинули пару футболок, не проблема. Процесс можно остановить, если температура не достигла 45 градусов. Просто следуйте инструкции в приложении и вуаля, все вещи стирки. И третья модель в нашем обзоре – это Hisense. Она вмещает в себя 6 кг белья и функционирует в различных режимах. Детская одежда, хлопок, синтетика, шерсть, деликатная и ускоренная стирка, режим обработки вещей с пуховым наполнителем, антиаллергический и обработка паром. При необходимости после запуска в барабан также можно добавить белье. Сделать это возможно в первые 10 минут стирки. Семьям с маленькими детьми точно стоит обратить внимание на эту стиральную машину. В нее встроена специальная программа Hisense для ухода за детской одеждой. При выборе этого режима происходит стерилизация при температуре 95 градусов и многократное полоскание. Кстати, при такой высокой температуре и высокой скорости вращения барабан всегда будет оставаться кристально чистым, а значит и вещи максимально свежими. Итак, теперь давайте посмотрим, что объединяет эти три машины и на что стоит обратить внимание.
Все модели работают максимально тихо благодаря надежному инверторному мотору. Он, к тому же, еще и продлевает срок службы машины и сокращает энергопотребление. Еще одно сходство – сверхкачественные барабаны, которые вращаются плавно, не повреждая волокна ткани. Ну и последняя функция, которая есть у всех этих машин – это так называемая отсрочка стирки. С помощью таймера вы программируете удобное время старта. А учитывая то, как бесшумно работают эти машины, стирать можно даже ночью. Ну и последнее – это лаконичный дизайн, который впишется в любой интерьер. Надеюсь, теперь вы осознанно подойдете к такой важной покупке. Ждем вас в Эльдорадо. Всем пока!